Алматы на три дня вновь стал площадкой для встреч литераторов, распространителей книг и полиграфистов. На 11-й международной книжной и полиграфической выставке собрались представители ведущих издательств и библиотек Казахстана, России, Кыргызстана, Узбекистана и Азербайджана. Примечательно, что издательство Москвы на этой выставке впервые презентовало первый том сборника прозы современных российских писателей на казахском языке. Самые лучшие образцы нашей издательской программы. Мы собрали все за 30 лет и привезли сюда. И все книги будут они переданы вам в фонд. И также правительство Москвы планирует дальше сотрудничать с Республикой Казахстан в плане передачи книг.